Неплохо. Да, неплохо. Выпьем. Официант. Вашему ученику 8 лет. Чарли 7 вообще-то. Чарли. Он сегодня обрызгал вас чернилами. У меня пятно на лице. Не волнуйся, с лицом все в порядке. Есть пара капелек на ухе. Индийские чернила плохо смываются. Мальчик поступил безобразно, но вы весьма терпеливы. Поэтому дама, на которой вы работаете, вам одолжила это колье. Восточный жемчуг, бриллианты, рубин. Нельзя купить на жалование гувернантки. Но драгоценность, которой на вас нет, говорит о вас больше. Холмс. Вы были помолвлены. Светлая полоска кожи там, где было кольцо, говорит, что вы какое-то время провели за границей, где с гордостью его носили, пока вам не сказали о его истинной ценности, и по этой причине вы расторгли помолвку и вернулись в Англию ради более выгодной партии. С доктором, видимо. Что ж, все верно, мистер Холмс, кроме одного. Я не бросила его. Он умер.